Здорово, новая серия, воскресенье, NES Drift, стайки. Выдвигаемся туда с Пашкой. Кто смотрел прошлую серию, видел первый день коротенький, но я больше сделал акцент на Стилова, который, к сожалению, опоздал, не смог кататься успеть и не прошел квалификацию. Да ладно? Да, печально, но что поделать. Поэтому сегодня снимаем дрифт без Стилова, как есть, и посмотрим, что покажут другие пилоты. Посмотрим, кто кого сегодня победит. Да, у нас сломалась техничка, мы это мутили под словом подкат, на подкат сели, в итоге под конец квалы приехали, спасибо. Да, подкатили, спасибо организаторам, два проезда дали, я хоть вдохнул трассу, но ее надо, конечно, прикатывать в течение дня, минимум. Вот, поэтому не прошел квалы 17 место, а тут топ-16, я-то думал, что тут до топ-24 будет, хотя вот в нижней сетке можно будет попадаться. Но обязательно в следующий раз приеду и уже заранее приедем, нормально потренируемся. Атмосфера крутая, спасибо всем, что вы здесь, спасибо организаторам, что пригласили. Все круто. Спасибо, Сергей. Но я думаю, что мы же там подумали, что дадим тебе пару раз проехать сейчас, после как все разойдутся парад, у нас будет перерывчик, ты так просто перед своими зрителями, фанатами покажешь, что ты есть умеешь. И не просто так можно приехать и набрать 76 баллов, это в принципе неплохо, но всего 17. Но надо спросить, а как вы считаете, стоит проехать, Сергей? Спасибо, вставайте, давайте. Вопрос, кто позвонил Стилову и куда он едет. Просто для шоу Сергею дали проехать три раза. И на третий раз даже он сделал шоу, он оторвал бампер и прокопал червей немного в конце трассы. Короче, клево. Реально, атмосфера топ. Люди респектуют Сереге, он довольный, все круто. Ну что, заезды, погнали! Ты
Первый заезд был довольно плотный, второй я вам выложил, собственно, сюда, и, как видите, закончился он аварией. Вверх проходит Горковенко, Е36. Я сказал бы, Турия очень хорошо провел заезд вторым. Когда такое можно в дринке увидеть? No way. Ошибка Туревича привела его к попаданию в нижнюю сетку Миллер вверх. ДТП вызывай ГИБДД. Короче, в первом заезде Пискарев был выпрямление 0 баллов, во втором заезде из-за ошибки Пискарева не осталось места Капшаю, и из-за этого был контакт. Капшай проходит верхнюю сетку, Пискарев в нижнюю. Теперь у нас байпас ран. Да-да-да, Паша, байпас ран. Вот, Левисеса, его техскос. Пока не выехал на трассу Пантиак, если что, но он еще попадается, наверное, на нижней сетке. Шубадеров, Влад, верхняя сетка. Крэш виноват, Селимончик. Ну, не в крэше, в мелком ДТП. Туревич выпал из соревнования, Пискарев проходит дальше. Просто завали пала. Вот это проезд от Ромы. Достойнейшая победа, Рома, просто браво! Долго-долго принимали решение судьи, в итоге Клещевский нижняя сетка, а Шуподеров проходит дальше.
Сорвал бампер, поспевал в столбики, поэтому Миллер 0 баллов. Дениска прижиматься, но ничего страшного. Что, Клещевский выбыл? Пантиак еще парно ни с кем не ехал. Он сначала не проехал, не приехал на старт. В верхней сетке попал в нижнюю, починили тачку вроде. И в нижней сетке уже два раза проезжает Байраном и проходит дальше. Как и Еремин, то же самое. Еремин пока еще в верхней сетке и проезжает чисто на Байраном. Ну а что поделать, это автоспорт и как есть. Ну и ребят, пока у нас небольшой перерыв, покажу вам выставку ЖДМных тачек, которые здесь стоят. 36 у тебя не ЖДМ, но дальше смотрите. Баранов сегодня. Весь день бараны, байраны. Короче, все ломаются. И автоспорт. Автоспорт.
Миллер вверх. Ну что, как видим, наконец, Еремин едет парно с Кондратенко, уже не Байран, уже заезды парные. Кондратенко дальше. Гота, я пропустил. А ошибку засчитали Еремину. Сейчас преимущество получается у Гавриленко. Посмотрим, что будет в втором заезде. Как вы думаете? Ну, в принципе, все и понятно стало. Очень жаль. Блин! А ведь так шел! Что, Миллер проходит дальше? Саточки поломка. Ребята, как будто вы первый раз женитесь. Что это такое, я не понял. Еще раз. Это, конечно, не надежда, я понимаю. Мне казалось, что все красиво. Рома довольно безопасный проход сделал сзади. Но с судейской вышки, конечно, видно лучше. Посмотрим, что покажет второй заезд. Ошибки и так далее, ребята. Сильный заезд. Следующего. Прям нужно ждать судейское решение. Третье место шуподеров. Миллер дальше проходит. Ну и что, остается финал очка. Это Кондратенко и Миллер. У Кондратенко не было поражений, то есть у него две жизни. У Миллера было поражение, одна жизнь. Будет заруба. Финал.
Очень сильных заезда, и здесь по-любому нужно обзор с вышки, с судейской вышки, вон она там находится, чтобы понять вообще, кто первый. Короче, заезд будет еще, но это не значит, что Миллер, ой, точнее, Кондратенко проиграл, просто им дают one more time. То есть, опять же, у Кондратенко есть запасная жизнь, у Миллера нету. Если мне не показалось, он просто снял ему бампер, не касаясь башбара, то есть никаких как бы контактов таких не было, которые бы там могли повлиять на результат. Вообще просто молодец. Накосячил. Решение судей есть, сказали через 10 минут на ограждение, если что, значит, что следующих заездов не будет, и значит, что Рома побеждает, Кондратенко первое место, Миллер второе. Тут очень большая очередь собралась на дрифт-такси. Сегодня ребята из JP Days Grand Performance катают всех, кто хочет. Данная услуга стоит небольших денег, и вы можете покататься в дрифт-такси. Тачки просто в максимальной грязи. Ну, прикиньте, да, по мокрому покрытию целый день. Гасить, 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 Так, а теперь Дима за рулем, мы прыгаем в красную, я пассажик. Ну, а теперь уже точно все.
крутой ивент, крутой дрифт, крутые ребята, крутые пилоты. В общем, все по кайфу. Офигенно все откатали. Рома Кондратенко, от души поздравляю тебя еще раз. Спасибо большое Racing Bike за организацию фестиваля, за организацию ивента в Беларуси. Также спасибо JB Days за то, что катали ребят, то, что предоставляли тачки для обучения. Короче, все было круто. Еще не раз увидимся. Много чего разговаривать не буду. На канал подписываемся, на Инстаграм тоже подписывайтесь. И до скорых встреч. Пока.